Сегодня мы со Снежкой решили немного прогуляться. Взяли ружье с собой и в путь. Сегодня у нас такая красотища, как в сказке. Судя по следам, зайцев тут много. Надо только искать. Отмахали километров 5 по буграм. Пока что-то зайцев нету. Только вспомнил, и вот она. Что-то кроме фазанов ничего не находит Снежка. Здесь дорога заросла, давным-давно тут никто не ездил. А вот здесь недавно проходили косули. Снежка кого-то обнаружила. Слышите лайф? Но это оказался фазан. А вот как раз место, где они ужинали или обедали. Желуди искали. А вот мы добрались и до гор. Здесь кто-то выходит, заходит. Вон все в песке. Сейчас Снежку позовем. Снежка, надо было чифа брать. Он бы пролез. То есть они далеко от норы не отходят. Вышли, обтерлись, в туалет сходили, погуляли и опять в нору. А мы тут их по кругу ходим, ищем.